Что такое шахматы? Спорт, игра, наука или искусство? Праматерью шахмат считается индийская чатуранга, возникшая во II веке до нашей эры. В IX веке игра проникла в страны Западной Европы, Скандинавию и на Русь и получила название шахматы. Оно происходит от слияния двух слов – шах и мат, что означает «правитель повержен». Об этих и других исторических фактах юные шахматисты узнали из занимательной викторины, которую организаторы праздника устроили перед началом турнира. Впрочем, эти спортсмены о шахматах знают все. Анапская школа номер 2 – одна из сильнейших в крае. Школа стабильно функционирует уже более 25 лет. Мы на уровне, вполне конкурентоспособны. В частности, могу привести пример. Если из первенства ЮФО на Россию со всего края пробилось 10 человек, в общем, четверо из них наши. То есть это такой существенный процент, как бы. Могу сказать, что с Краснодара никто не пробился так. Сегодня здесь проходит турнир среди школьников младшего возраста. Играют в партию блиц-шахмат. Тут требуется особая внимательность. Если шахматист по ошибке сделал невозможный ход и перевел часы, комбинация считается выполненной, и выигрыш автоматически присуждается сопернику. Анастасия Карпова – шахматистка с 4-летним стажем. Рассудительность и внимательность юной спортсменки приносят свои результаты. На вооружении имеются даже любимые шахматные приемы. Королевский гамбит и защита Алёхина. Защита Алёхина, потому что я ее очень давно знаю, и защиту Алёхина я много раз уже побеждала. Я с 4 лет ходила на разные занятия. Например, на вокал. Когда я пошла на вокал, рядом был шахматный клуб. Я пошла в шахматный клуб, и с 4 лет я занимаюсь. А вот Екатерину Евпак к шахматам приобщил дедушка. Позже вместе с родителями приняли решение продолжить обучение уже в шахматной школе. Много очень интересных позиций, много интересного, особенно когда нам Арсен Рафаэлович рассказывает много интересного. И есть такие детский мат, которые... Сегодня юных шахматистов поддерживают их мамы. Именно им ребята решили посвятить турнир в преддверии Дня матери. На 3-м месте Роман Степанов, ученик школы номер 1. 2-е место у Алана Барабаш, средняя школа номер 6. Победителем турнира стал Назар Непесов из 11-й школы села Супсех. Руслан Душевский, Анапа регион.